Всем привет! В ремонте Toyota Yaris. Местного мужика. Вот в таком состоянии он пригнал, где-то попал в аварию. Согнуты лонжероны, капот. Снесен бампер. Ну, вот тут плохо сейчас видно, как лонжероны согнуты. Надо разобрать, что я и делаю. Ну вот разобрали, сейчас видно, насколько согнуты лонжероны. Но удар боковой, я решил все это делать без стапеля, вытянуть так, упершись в стену. Кончики специально оставил, за них я буду тянуть. Но вот упер в стену. И начинаю вытягивать. Как я и думал, как они согнулись, так они, по идее, должны легко и обратно выйти. Хотя не всегда так бывает. Но в данном случае довольно-таки легко. Идет. Вот, снял амортизатор, чтобы упереться теперь в место залома. И опять вытянуть до примерных размеров. Пока я все делаю на глаз. Вот. Сейчас с другой стороны лонжерон таким же макаром вытягиваем. Вот. Примеряю балку. То есть расстояние от лонжерона до лонжерона смотрю, чтобы было одинаково. Прикручиваю и измеряю диагональ лонжеронов. Если надо, где-то дотягиваю. Ну вот, покрасил балку, внутренние всякие эти железки. И начал скручивать. Вот, прикручиваю железки, собираю все. Капот, фары. Примеряю крылья. Вот. Чуть-чуть балочку надо подтянуть. Вот. Прикручиваю, чтобы не делать двух работ. Я всегда вначале крашу эти кишки. Ну, вот, примеряю бампер. Сейчас нету пластмасс этих. Но все подходит. Зазор нормальный. Единственное, ребра жесткости. Не подходит из принципа. На бампере они чуть хуже, на капоте чуть шире. Но тут делать ничего не буду. Клиенту и так нормально сказал. Мабы дешевле. Ну вот, покрасил я все нужные детали. Красил все отдельно. И теперь буду все складывать. Скручивать. Вот она, красавица. Машина на ходу. А вы не забывайте подписываться. Всем пока. С вами был Артур.